Великолепная пятерка и леди вратарь. В Ледовом дворце Сургута состоялся открытый турнир по хоккею «Морозко». Участники — юношеские команды, впрочем, спортсменам всего по 7 лет. В составе одной группы оказалась и девочка Таисия Кноблих. Это спортсменка из Лангепаса, которую уважают не только свои, но и соперники. Таисия – бессменный вратарь команды «Сибирь» и одна из самых опытных игроков в своем возрасте на льду уже 4-й сезон. Поэтому никто не удивился, что хоккеистку объявили лучшим вратарем турнира. А вот ее команда, увы, победителем не стала. Я как могла, так и старалась, помогала команде. Ну, пацаны же тоже устали. Ты как подбадриваешь команду? Ну, их подбадривает мой тренер Костин Васильевич. Он им говорит все время: делайте так, я вам дам конфетку. Свои медали, кубки и сладкие подарки перспективные, но еще юные хоккеисты получили из рук лучшего Деда Мороза России. Титул волшебнику присвоили по результатам профильного съезда в Ханты-Мансийске в этом году. Среди победителей турнира также Кирилл Кулагин из команды «Олимпиец Сургут» и Ярослав Скаврон, команда «Юность Мегион». В общем зачете победу одержал наш олимпиец. Им достался главный кубок турнира. Победить не помешал и тот факт, что для сургутских ребят это были первые в жизни официальные соревнования. Да, мы старались. А у вас первая вообще победа такая? Да, это наш первый турнир. А